18 октября. И мир добро в добрый путь. Привет, друзья и подписчики. Кстати, вы не ослышались, у меня теперь действительно есть подписчики. Один реальный подписчик уже точно есть. И это, как оказалось, мой старинный давнишний друг. Зовут его Стас. Я уже не виделся со Стасом, наверное, более 10 лет. Так случилось, что он уехал жить на родину, к себе, туда, в Украину или на Украину, как правильно, я до сих пор еще не знаю. Пускай, если он захочет, он напишет. Так что, Стас, дружище, тебе огромный привет. Я рад тебя здесь видеть в рядах моих подписчиков. Ты первый, ты лучший. И я безумно тебе рад. Сегодня мне записывать видео особо я не буду. Сегодня такой лайтовый день. Лишь впечатление о том, что вчера я сделал признательное такое послание ко всем подписчикам в Инстаграме с просьбой подписаться. Ожидание было, что сегодня будет куча подписчиков. Блять. На самом деле один. Но зато самый лучший. Со временем, конечно, подписчики появятся. Ну и я не ради, конечно, всего этого делаю, не ради какого-то хайпа, кучи подписчиков. Считайте, что вы меня заинтересовали. Просто хочется именно вести контент, заниматься этим. Со временем все равно это все придет. И мне хочется общения, общаться, рассказывать, какие-то делиться своими мыслями. Поэтому я этим и занялся. Мне это интересно. Нужно человеку заниматься, в принципе, тем, что ему хочется, тем, что ему нравится. Со временем это будет лучше и лучше. Качество будет улучшаться. И самое интересное, что это также возможность общаться. Я действительно очень рад, что это Стас, мой первый подписчик. Дружище, огромный респект. Рад, что ты здесь. В принципе, наверное, все. На сегодня я не буду больше ничего писать. Всем остальным подписывайтесь, не теряйте времени. Вдруг что-то интересное будет, а вы пропустите. Так, забавный поворот. А кто это тут не подписался? А? Да с чего вы это взяли?